Идем дорогой трудной. Словами из известной песни назван слет юных путешественников, в котором приняли участие щелковские школьники из 5, 6 и 7 классов. Они съехались в Центр творческого развития и гуманитарного образования «Романтик» со всего района. Дети на данном проекте могут попробовать себя в различных силах, то есть, например, как сходить в поход. Они изучают различные укладки рюкзака, как сложить рюкзак, аптечку, как сбинтовать руку правильно в случае пореза. Также устанавливают палатку. То есть данный конкурс «Идем дорогу трудной» называется, и они как раз-таки пробуют себя на то, чтобы реализовать себя в походе. Чтобы стать уже завзятым туристом и путешественником, ребята еще и участвуют здесь на слете в конкурсных заданиях, перемещаясь из класса в класс от одного тематического испытания к другому, точно в соответствии с маршрутным листом. Благодаря опытным и знающим походную жизнь взрослым, школьники овладевают пусть нехитрыми, но очень важными для туристического путешествия навыками. И таким образом готовятся к более дальним и длительным походам. Например, на Кожинский карьер и в лес рядом с ним. Там они еще раз проверяли себя на умение ладить в коллективе, подставлять плечо товарищу, слаженно и дисциплинированно идти цепочкой, так, чтобы можно было следить за впереди идущим и помочь, если это потребуется. Воспоминания у них о походе очень задорные. Самое интересное, наверное, в походе – это привал. Да. На слет и конкурс юных путешественников в Центр «Романтик» в этот день ребята прибывали из разных школ района на протяжении всего дня. Всего же участие приняло более 500 школьников. Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».